Всем привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана и Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как менять легко цвет одежды. Многие меня просили такое сделать, и сегодня очень прекрасный день для того, чтобы снять такой туториал. Это просто и бесплатно, и на Android. В прошлом видео я обещала, что буду передавать приветы, и в этом видео я передам привет лайкеру. Вот ее аккаунт, это RusiSi. Я ей обещала посмотреть одно видео, давайте посмотрим. Багровый свет, каждый чем-то проклят. Музыка разбивает нас по тысячам сигарет. Каждый не своя фишка, каждый танцует просто. Просто не делай тише, печаль я отголоски. Багровый свет. У тебя очень крутые эффекты, мне очень нравится. Продолжай в том же духе. А мы идем дальше. А перед тем, как мы начнем, подпишись на меня в Ютубе, на меня в лайки. А теперь погнали! Ой-ой-ой! А перед тем, как мы начнем, посмотрите пример! И сохраняем как частное. Все наше видео сохранилось, теперь можно приступать к монтажу. Заходим в программу Elite Motion, нажимаем на плюсик, и здесь можно назвать наш проект, выбрать размер, расширение и частоту кадров. Нажимаем создать проект, теперь нам нужно добавить видео, которое мы только что сняли. Нажимаем на плюсик, меди, и выбираем наше видео, которое мы только что сняли. Вот оно у нас. Нажимаем на плюсик. Выберем место, где у нас будут начинаться наши эффекты, и разрежем видео. Выберем второй кусочек нашего видео и нажмем «Эффекты». Нажимаем «Добавить эффекты». В категории «Цвет и свет» находим эффект «Replace Color» и выбираем его. У нас появилось вот такое вот меню. «Replace Color» стоит у нас красный цвет. Это цвет моей кофты. «A New Color» – это цвет, который мы будем выбирать. Нажмем на цвет, и у нас появится палитра красок. С цветами мы разобрались, теперь с ползунками. Ползунок предел сейчас стоит посередине, и его нужно потянуть вправо, чтобы цвет выбранный стал насыщеннее. Теперь нажимаем на ромбик и выбираем первый цвет, который у нас будет появляться. New Color – это цвет, который мы будем выбирать. Нажмем на цвет, и у нас появится палитра красок. Теперь нахожу то место, где будет появляться другой цвет.
нажимаю на ромбик и выбираю зеленый. Снова ромбик и голубой. Нахожу то место, где будет появляться другой цвет. Снова ромбик и синий. Так, снова нахожу то место, где будет появляться другой цвет. Снова ромбик и фиолетовый. Вау, какой красивый фиолетовый. Снова ромбик и белый. Вау, вот это белый красивый. Как снег. И теперь до конца видео можно повыбирать ваши любимые цвета. Наше видео готово, теперь его можно сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу, экспорт видео, и наше видео сохраняется. Я надеюсь, видео вам понравилось, оно было вам очень полезно. Снимайте подобные видео, а когда снимите, пишите хэштег Снежана Снежок, чтобы мне было легче вас найти и чтобы я вас лайкнула. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Ну что, вам жалко для меня лайка? Я вас люблю! Муа! Пока-пока! Покину город, я прошу любимые очертания сказать. Ты же так хотел, чтобы я покинул тело, чтобы... Don't be scared. С ума. Я сошла с ума.